собаку 100% никто не хочет приютить в Майнкрафт. Сегодня мне раздался звонок в дверь, и как только я вышел, моему шоку не было предела, ведь кто-то оставил под моим домом собаку. Приютить мне было ее сложно, ведь у меня уже есть Бамбуль. Но я решил поухаживать за ней и найти ей хозяина. Но творилось что-то неладное. Кому я не приду, никто не хотел брать ее. А почему? Смотрите до конца, чтобы узнать. И надеюсь, что вы уже поставили лайк, а также подписались на канал. А если нет, то самое время это сделать. Давайте мы сами наберем в честь Бамбуля целый 1 лайк. Ведь совсем недавно на моем канале вышел клип про Бамбуля, который вы наверняка еще не видели. Поэтому срочно жмите по подсказке справа и смотрите его. А почему нужно подписаться на канал? Ведь нас скоро уже 8 миллионов подписчиков. Дружище, если ты прямо сейчас подпишешься, представь, что будет. Все будут в шоке. А также у меня есть свой телеграм-канал, где я пощу различные интересные новости. Если до сих пор тоже на него не подписан, то рекомендую подписаться. Ведь там ты всегда со мной на связи. Спасибо огромное и приятного просмотра. Так, кто-то я проголодался. Хочу я, наверное, сегодня на ужин тортик. Осталось понять, где мое молоко еще. Опа! А это еще кого там принесло? Погодите секунду, я вообще-то ужин себе готовлю. Ладно, тортик готовит очень долго. Пойду посмотрю, что там. Постоянно кто-то тревожит меня и тревожит. Привет? Здесь кто-нибудь есть? Так, это еще что такое? Привет, пёсель. Тебя кто здесь такого красивого оставил? Так, табличка. Приютите собаку, пожалуйста. Мы не знаем, куда ее деть. Кто тебя здесь оставил-то? Ну давай выпустим тебя, дружок. Выходи, 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 красавчик. Давай, 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 не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. Пойдем, пойдем, проходим, проходим. Заходи ко мне. Кто ж тебя такого красивого оставил тут одного? Пойдем, пойдем, я приду. Я тебя сейчас познакомлю с Бамбулем, да. Это моя собака, она будет тебе рада вообще 100%. Бамбуль, выходи, я тебе друга привел. Бамбуль! Так, короче, ты давай посиди здесь, окей, а я пойду поищу Бамбуля. Только вот никуда не уходи. Бамбуль не мог далеко уйти. Может быть, он на втором этаже? Хотя я ему запрещаю ходить на второй этаж, потому что он обычно кусает там постоянно шкаф. Посмотрим. Не понял. Бамбуль, ты где? Да какая-то записка еще есть. Потрепанная записка. Привет, Фиксай. Взял твоего Бамбуля в опасное приключение. Не обижайся. Твой любимый друг и товарищ Боди. Что вообще? Бамбуль ушел без меня. Ну и он и предатель, конечно. Ладно, надо возвращаться к нашему гостю. Такс. Господи, какой кошмар! Бежим, бежим, срочно, за мной, за мной, за мной, за мной, песик, 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 горит, все, все горит, все горит, все горит. Бежим, 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 выбегай, 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 дружище. Господи, я, похоже, оставил плиту включенной и забыл про нее. Огонь распространяется, кажись, нам с тобой теперь негде жить. Ладно, у меня есть идея, пойдем со мной. Кажись, я знаю кое-кого, кто сможет нас с тобой приютить. Ах, Снежка, 100% друг, он мне, да, поможет определенно. Надеюсь, что он дома. Снежка, это я. Назовите пароль. Какой пароль? Пароль, я говорю, назовите мне пароль. Да не знаю я никакого пароля. Ты это. Ты же Гречен? Ты что, подсолнухов что ли перенюхал? Фиксай, понимаешь, недавно у меня украли целую кучу зелий, я до сих пор не могу понять, кто это сделал. Так что пройти сюда теперь могут только проверенные люди. Так, подожди, а во-первых, почему ты находишься в доме Няшки? А, ну это все очень просто. Мы с ним поменялись. Поменялись домами? Ну да, по моей инициативе, он мне в карты проиграл. Ладно, это уже ваша проблема. Так, это, короче, а как узнать этот пароль? Я 100% проверенный. Ты понимаешь, всем проверенным людям я отослал его по почте. Но у нас даже нет почты. Точняк. Ладно, скажу тебе его по секрету. Пароль зелья 123. Запомни. Оригинальный пароль, конечно. Но мы все-таки это пришли сюда попросить тебя переночевать у тебя, так как мой дом сгорел и теперь нам негде жить. Кстати, это, может, откроешь уже, да? Знакомься, это мой новый друг Пёсик. Да, его зовут Капец, Пёсик. Какой хороший мальчик. Хорошо, я вас пущу, но только тебе нужно назвать пароль. Боже мой, ты ж мне только что его говорил. Фиксай, я сказал пароль, значит пароль, а? Зелье 1, 2, 3. Ну вот так бы сразу, проходи. Спасибо, так, с Гречина, а у тебя есть покушать? Ну, в теории, думаю, что-нибудь найдется. Так, у меня есть свекла, у меня есть свекольный суп. Есть у меня свекольный салат. Есть, получается, свекольный суп и свекольный бургер. Что будешь? Понятно. Ладно, Пёсик, видимо, мы с тобой в этом доме нормально не покушаем. Не, ну извините, конечно, если вы не разделяете моих тонких вкусовых ощущений, то это только ваши проблемы. Ой, ладно, слушай, а где мы спать будем? Где у тебя кровать? Ой, ладно, пойдем покажу. Давай, 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 давай. Так, аккуратнее нам вот сюда. Так, все, вот тут. О, круто вообще! Слушай, так, смотри, стой, Пёсик, стой, будем так, спать. Дружок, а ты куда пошел? Я тебя на кровать не пущу. А ну-ка, слезь с нее быстро. Ты че, он же чистый? Не-не-не-не, Фиксай, какой он чистый? Он будет спать вот на том коврике. Прости, Пёсик, но я ничего не могу сделать. Я бы взял тебя с собой, но мне тут один идиот не разрешает. Так, я не понял, кого ты назвал идиотом? Это соседа. Ну ладно тогда, пошли покажу твою спальню, Фиксай. Как
Как же я проголодался. Может быть, мне отведать немного свеклы? Что за... Стоять этот фиг, все время мой дерево... Ай! Как хорошо спалось-то! Я, конечно, думал, что Гречин мне даст поспать на кровати, но здесь тоже, в принципе, неплохо, и вид был красивый. Надо проверить, как там песик. Ой, чусь, везде зелья разбросаны. А где Гречин? А, так рано куда-то ушел? Это очень странно. Обычно он спит до обеда. Ну, ладно. Ой-ой-ой, что-то слышишь? У меня это живот урчит. Нам нужно срочно где-нибудь поесть. Я уже не могу. Короче, это да, спасибо, это, Гречину за гостеприимство. Пойдем, найдем где-нибудь покушать. Ящик какой-то еще забыл, странно вообще. Ну ладно, пойдем. Так, собачка, как видишь, это у нас дом Тони, если что. Что мне с тобой делать-то? Вот единственный-то ты остался. Ну что мне с тобой бедным-то делать? Ну господи. Тю-тю-тю. Смотри, 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 как я обычно делаю. Я подхожу как так думаешь? Незаметно. И... Привет, Сала, что делаешь? Ой, ой, фиксай, здорово. Ой, нет, 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 волк, волк. Ты что, ты что, какой это волк? Это мой песик, да это мой песик, не пугай его, это мой песик. Да, да. Это волк чистой крови, ну посмотри на его мордашку. Да какой, какой, дай вон, иди сам посмотри, он и мухи не обидит. Серьезно говорю, выходи из своего загона, вот калитку открывай давай. Ну, доверюсь себе, пожалуй, доверюсь. Слушай, а где Донни вообще? А, Донни? Ну, у него же овец украли, он решил в Турцию съехать за новыми. Вот за главным меня оставил. Понятно, короче. Да, вот одна осталась. Ну, мех какой-то странный, да и глаза необычные. Ну да, действительно, не похож. Вот, вот видишь, я тебе говорил. Ай, ладно, извини, не опознал. А вы зачем, кстати, пришли? Ну, короче, у меня дом сгорел, поэтому мы ищем место, где можно покушать. Ничего себе, ну, соболезнуйте, брат. Ну и что вы сразу не сказали? Заходить, конечно, сейчас угощу вас. О, спасибо большое. Слушай, Сало, а ты, кстати, не хочешь приютить собачку-то? Да собаку, у меня с овцами беда, куда мне еще собаку-то. Слушай, странно вообще, Гречу не захотел приютить, ты тоже. Я вообще хороший песик вообще. Ну ладно, что с овцами-то случилось? Ой, с овцами, да беда какая-то. Ночью всех покусали, да единой. И осталась только одна. Ужас, ну, слушай, может быть это какой-нибудь оборотень? Да не знаю, каких следов он не оставил. Магия какая-то, даже ну, дрожь бросает. Да, слушай, это грустно как-то. Поэтому я так испугал своего песика. Кстати, а где он? Я его что-то не вижу. Слушай, я не знаю. А как он так незаметно ушел? Песик, ты где? Песик, песик! Где? Ты где? Ах, вот ты! Он кусает мою овцу! Что? Лови его, лови где, гадину! Где, где? Он реально крадет овцу! Бежит. Бежим, бежим, бежит. За ним! Как он мог-то вообще, я не знаю! Быстрее, бежим, бежим, бежим! Куда где он? Золото где? Ах, как же болит голова. Что произошло? Ой, не знаю, пацаны, я это у вас хотел спросить. Я, кажется... Вспоминаю, мы бежали за моей овцой, когда твой песик обманул нас. Ох, может быть, он просто решил нас разыграть. Тихо, ребят, где вы выйдете? Где он? Вон он, смотрите, вот он. Боже мой, опять он. Песик, ты пришел нас спасти, да? Ты пришел нас спасти, давай, песик хороший. Хороший мой, да, пришел нас спасти. Как это нет? Господи, мы в клетке над лавой. Ты выпусти, ты же хороший мальчик. Не, да, только не рычаг, только не рычаг, пожалуйста, не нажимай. Отойди, не нажимай на этот рычаг, пожалуйста, плохой песик, плохой. Фу. Брысь. Боже мой, ребят, да это же там бамбуль. Где? Реально, бамбуль, Бодя, мы здесь, быстрее. Бодя, помоги нет, нам. Смотрите, давай, бамбуль, давай, бамбуль. Красава вообще. Бодя, спасай. Так, хорош вообще, лучше просто. Давайте аккуратно. Спасибо, Бодя, надо помочь бамбулю срочно. Так, тихо, бамбуль, молодец, мальчик. Давай, загоняйте. Так, Бодя, садись, да, все, он в углу. Ну все, ты попался. Что? Мне стоило сразу догадаться, что это ты. Как видишь, я тебя повел. Но ничего, этот раунд за вами. Еще увидимся. Вот же курица, сколько проблем из-за нее. Да не говори, мои бедные овцы. А я еще все это время думал, почему эта собака себя так странно ведет и постоянно слышит меня, как будто бы. Как она оказалась у моего дома вообще? Если никого из наших друзей в деревне не было, и никто не смог бы вообще принести ее ко мне в дом. Ну ладно. Самое время, мне кажется, убираться отсюда. А как вы нас вообще нашли, Бодя? Так это все бамбуль. Когда мы вернулись, он сразу заподозрил что-то не так. И начал бежать сюда. Ну, я и за ним, собственно. Бамбуль, хорош ты мой мальчик, боже мой. Какой хороший мальчик, просто молодец, умничка. Нам бы отсюда выбраться, а то неизвестно, какие тут еще курицы могут быть. Это точно. Все, пойдемте, Акс. А, Гречин, ты что там вообще? А, меня Гречин. Няшка попросил золото по прибытию добыть. Не добудет по приезду. Да, пойдемте.